Слава Богу за это время. Аллилуйя. Praise God for this time. Hallelujah. Знаете, очень вообще хорошо здесь находиться. It's wonderful to be here. У нас было хорошее время здесь уже два дня. We had a great time for the last two days here. И говорили, как хорошо братьями вместе. And we were saying how wonderful it is for brothers to be together. А сейчас скажем, братьями и сестрами вместе уже хорошо. But now we could say how good it is for brothers and sisters to be together. Но все равно что-то не хватало, а теперь все на месте. We were still missing something, but now everything's perfect. Слава Богу за это время, за эти часы, что мы вместе имеем, дорогие. Praise God for this time, for the hours that we have together. Сразу хочу сказать, что Бог прежде чего, что создал церковь, был создан семья. I want to say right away that before God created the church, He created family. Господь первый сотворил семью. First God created family. И поэтому семья намного раньше, чем церковь. And that's why the church, the family comes a lot earlier than намного the church. Намного раньше, чем все. It comes a lot earlier than anything и else. И это было один из первых творений, что Господь делал. And it was one of the first creations that God did. И сказал, плодитесь и размножайтесь. He said, be fruitful and multiply. И заполняйте эту землю. And fill this earth. И знаете, что там четко написано? You know, it clearly says there. И Бог создал мужчину и женщину. And God created man and woman. И просто такое сильное ударение там сделано. There's a big emphasis on that. Мужчина создал, чтобы был мужчиной. He created a man to be a man. Женщина создала, чтобы была женщиной. Created a woman to be a woman. Это есть два силы в этом мире. That is the two powers in this world. Которые дьявол хочет уничтожить. Which the devil wants to destroy. Мужчины сильны, потому что у них есть мужество. Men are strong because they have manliness. А женщины сильны, потому что у них есть женственность. Women are strong because they have the feminine qualities. They're feminine. Женственность, да. Даже Thank you. Слово очень плохо найти, да? Even it's difficult to find the word for me. И знаете что? Это сила. And there's power. Сегодня кризис. Today there's a crisis. Когда мужчины теряют мужество. When men lose their manliness. А женщины женственность. And women lose their feminine. Порой смотришь, допустим, qualities. Молодых женщин. Sometimes you look at young ladies. А они просто себя ведут как мальчики. And they act like men. Как парни просто. As guys. И все поведение. Their attitude. И видишь, что они научены. And they're taught that way. А это же самое время видишь парней. And at the same time you see guys. Которые себя ведут просто ведут как женщины. That are acting like girls. И это потеря силы. And that's a loss of power. Но Господь создал нас. But God created us. Мужчины и женщины. Men and women. И каждый имеет свои способности. And each one has their own qualities. И мы не должны занимать место друг друга. And we don't need to replace one another. У нас у каждого свое место. We have our own place. И красота в том, and the beauty is that, что мы занимаемся своим делом. That we take and do our own work. Прекрасно иметь семью. It's wonderful to have a family. Знаете, весь вопрос состоит в том, you know, the whole question is, кто я такой и что я хочу делать? Who am I and what do I want to do? Вообще, чего я добиваюсь в жизни? What am I achieving in life? Порой мы по-другому смотрим на вещи. Sometimes we look at things in a different manner. Когда, скажем, успешный человек, for instance, a successful person, знаете, мы сразу подумаем про успешного человека, это тот человек, который богат. We instantly think a rich person. Но часто мы можем видеть, что эти успешные люди тоже жизнь самоубийством заканчивают. But oftentimes those successful people commit suicide. Я думаю, успешный человек это тот успех, который Господь от Бога он имеет какой-то. I think a successful person is a person that has success from the Lord. И в первую очередь заповеди Бога восполняет. And first of all, he fulfills the commandments of the Lord. И у него семья. And he has a family. Конечно, сегодня. Of course, today. Легче не иметь семью. It's easier not to have a family. Нежели иметь семью. Rather than having a family. Знаете, если кто-то говорит, что семья это счастье приносит. You know, if somebody says that family brings happiness. Для меня семья это миссия. For me, my family is my mission. Реально это миссия. Really, it's my mission. Если кто-то мне докажет, что семья это сделает счастливым кого-то. If somebody can prove that family can make you just happy. То я докажу, что деньги кого-то делают счастливым. I can prove to you that money can make you happy. Знаете, семья никогда не делает человека счастливым. You know, family never makes a person happy. Вот это обман, когда люди живут с этим. That's a lie when people live with that. И думают, вот я замуж выйду или поженюсь, я стану счастливым. And think, oh, I'm gonna get married and I'll become happy. Но Бог не дал силу силу семьи делать человека счастливым. God never gave the power to a family to make a person happy. Бог дал человеку сделать свою семью счастливым. God gave the power to the person to make his family happy. Получается, если человек не сделает свою семью счастливым, so if a person does not make his family happy, нечего ждать, чтобы семья его сделала счастливым. How can he expect his family to make him happy? И вот знаете, это есть истина. And that's the truth. Это есть реальность. That's the reality. Знаете, кто мешает, допустим, свидание назначить свою жену? For instance, who interferes with you making a date with your wife? И продолжать то, что у вас началось? And to continue what began. Однажды я
разговаривал с одним семьей. Once I spoke to a family, и они дошли до развода. And they came up to a point of divorce. И просто хотели разводиться. They were willing to get divorced. Я разговаривал с парнем. I spoke to the man. И он был так прав. He was so right. Она была виновата. She was at fault. А потом я поговорил с женщиной. And then I spoke with her. Она была так прав. She was so right. Он был виноват. He was at fault. Знаете, проблема стоит одна. You know, there's only one problem. Но с какой стороны посмотришь? But what side are you looking at it from? Я говорю им. And I told them. Давайте подумаем, где это началось у вас. Hey guys, let's think where this started. Но мы всегда ссоримся. Oh, we are always fighting. Мы не любим друг друга. We don't love each other. Я говорю, нет, это неправильное место, мы начинаем. I said, no, we're starting in the wrong point. Давайте начнем с того, что вы полюбили друг друга. Let's start at the point where you did love each other. Они говорят, да, вот это помню это время. They said, yeah, we remember that time. Я начеркнул в бумаге это время. And I wrote that time in the paper. И когда вы хотели жениться. I said, when you were willing to get married. Какие у вас мечты были? What were your dreams? Что у вас будет дом? That you'd have a home. У вас будут дети. That you'd have kids. У вас будет все. That you'd have everything. И вы будете в церковь ходить. You're gonna go to church. Вместе за ручку держаться. Hold one another's hand. И они все это писали, and да, they're writing у нас all that было. Down. Yep, that's what we had. Хорошо, там нету проблем. А когда Perfect. Это началось? There's no problems. When did it start? И потом, когда вы поженились. And then when you got married. И знаете, все началось тогда. And you know everything began. Когда что-то не по сценарию пошел. When something went outside of their imagined scene. Мы порой какие-то сценарии делаем. We sometimes write these imaginary scenes. Которые, ну, порой какие-то мечты мы делаем. We make some kind of dreams. Что его не догнать. And if you don't reach it. Его не достигнуть. You can't reach those dreams. Часто люди мечтают выше своего роста. Oftentimes people dream higher than they are. Выше всего, что не достигнуто этого. Things that cannot be achieved. И потом удивляются, а почему у меня это не получается. And then they're surprised that it didn't work out. Знаете, Писание говорит о смиренности. You know, Scriptures talk about humility. Иногда надо смиренно думать. Sometimes you need to think humbly. И когда их цели они поставили. And when they set their goals. И первые года не достигли. And in the first few years they didn't reach them. И здесь начинаются ссоры. Here suddenly fights erupt. Почему у всех получается? Why is it working out for everyone else? А у меня не получается. But it's not working out for me. А в мире много свидетельства. And there's so much testimony in the world. Вот мы поженились так. We got married like this. Господь так благословил. The Lord blessed us. Знаете, все свидетельства. You know all the testimonies. Все рассказывают только хорошие вещи. They're only telling you the good things. Никто не рассказывает плохие вещи. Nobody comes up and tells you the bad things. Я хочу сделать маленький ролик снимать сейчас маленький ролик. I want to film a short film. И в этом ролике что будет? And this is what's going to be in the short film. Я буду хочу показывать такая вот такой океан. I want to show an ocean. Прекрасный пляж. Beautiful beach. И стоит хорошая беседка. And there's a wonderful canopy. Ну такой занавес и все это. Стоит стол. There's a table. Кто-то скрипки играет. Somebody's playing on the violin. Сидит муж. There's a husband sitting. И жена. And a wife. И говорит, дорогая. And saying, dear. Как я тебя люблю. How much I love you. Мы уже 10 лет вместе. We've been together for 10 years. И как классно с тобой быть. And how awesome it is to be with you. Я хочу потом камеру вот так длиннее делать. And I want to pull out the camera. И показать, что это снимается фильм. And show that this is a movie being filmed. И написать, это только в фильме. And write, this is only in movies. Ничего общего с реальностью. This has nothing to do with reality. Знаете, какой реальность? Когда у тебя один ребенок здесь на шее. Well, you know what the reality is? You have one kid right here, another kid here. И ты готовишь пищу, сгорает уже все. Там еще другой плачет. You have another kid crying. Там еще надо убрать. You have to clean up there. Кто-то туалет пошел под себя. Somebody went and peed under. А кто-то другой сделал. In his pants. А кто-то там упал. Something else, something, somebody fell. И везде крики. And there's screams all around. А это вот и реальность That's наша. The reality. Это реальность. That's the reality. Про эту реальность никто тебе ничего nobody, не скажет. Nobody will tell you about that reality. Вот это есть и счастье. But that's the joy. Реально это и счастье. The reality is the когда joy. Когда мы счастливы с ними. When we're happy with them. Когда моя дочь ушла на небо. When my daughter went to heaven. Первый вопрос, который пошел у меня было. The first question I had. Знаете, это что за вопрос you know what the question was? Не лучше было бы не жениться. Wouldn't it be better not to just get married? Я встретил тогда служителя, I met a minister at that который point, не женатый он. Who never got married. И ему 40 чем-то лет. He was 40-something years old. Но он не из традиционной церкви. He's from a traditional church. И у него обет безбрачия. And he had a vow not to get married. Но я не сужу этих людей. I don't judge that person. У каждого свое видение. Each one has his own vision. И когда я увидел, but when I saw, ни жены, no wife, ни детей, no kids, и просто он куда хочет едет. He just goes wherever he wants. Он допоздна может сидеть у кого-то. He can stay out late. Его не позвонит никто и скажет, когда домой придешь. Nobody's gonna call and say when are you getting дома home. Дома дети не ждут. The kids aren't waiting at где home. Где устал, там и поспал. Where he got tired, that's where he slept. Где накормили, там и остался. Where he got
fed, that's what he stayed. He said, I don't really care. И в вокзале поспать, потом уехать. I can sleep at the train station, слушаю, go. У меня такого счастья нету. I said, man, I don't have that kind of joy. Меня постоянно звонят. I always have phone calls. Спрашивают, где я, they're asking, where am I? What am I doing? Воб, не лучше было бы так. I'm thinking, man, maybe it would have been better like that. Наверное, Богу будет служить. Maybe I would have served a lot more. И знаете, интересно, что? And you know what's interesting? Бог это время мне сказал. God told me that moment. Если вы не поженились бы, if you didn't get married, Анны, твоей дочери, your daughter Anna, не был бы на небе у меня. Would not be in heaven with me right now. Я тогда понял. And I realized. Мы не только заполняем эти землю. We don't just fill this earth. Это миссия. This is a mission. Мы наполняем и небеса we're тоже. Filling the heavens as well. Мы наполняем небеса we're тоже. Filling the heavens as well. Это мы делаем большую миссию. We do a huge mission. Часто люди хотят убегать из трудностей. Oftentimes people want to avoid the difficulties. Я раньше не понимал, I didn't understand почему before. Писание говорит, why the scriptures если say, человек не может быть примером в семье, if a person can't be an example in his family, тогда не может быть примером в церкви, he can't be an example in the church. Потому что семья, because the family, семья это самая сильная тренировочная зона, is the strongest training ground. Это зеркало человека, it's the mirror to a person. Какая она женщина, какой он мужчина, what kind of man, what kind of woman, как они ведут, how they act, что они делают, what they do. Знаете, когда приходит ко мне мужчина, you know, when a man comes to me, и говорит, ну знаешь, я был в разводе, and says, you know, I was divorced. Мы не поняли друг друга. We had misunderstandings. Для меня показатель. To me, it's a clear sign. Что он и не поймет у нас в церкви никого. That he won't understand anybody in my church either. Если человек не хочет понять одного человека, if a person doesn't want to understand just one person, да и других не поймет. How is he going to understand others? И поэтому семья это сильное место. That's why family is a strong place. Где мы сильным становимся. Where we become strong. Где мы становимся кем-то. Where we become somebody. Сегодня люди не женятся больше. Today people don't get married anymore. Есть такое понятие сегодня по всему миру. There's an understanding all over the world today. Но как сожительствовать? Co-inhabiting. Люди думают, people think, что Бог создал мужчину и женщину, that God created man and woman, для сексуального наслаждения, for sexual pleasure, и больше ничего, and for nothing else. Они просто смотрят на друг друга, they just look at one another, и вообще сегодня система всего мира меняется, and the whole world system's changing today. Вся реклама, all the advertisements, фильмы, all the movies, клипы, all the clips, все сделано так, everything's posed чтобы in such женщина a way, уже не смотреть как маму, where a woman is no longer a mom, женщину не смотреть как женщину, a woman is no longer a woman, а смотреть как сексуальный аппарат. But she's just a sex machine. Это так и делается. That's what it's done. Я читал вот их письма. I've read these letters. Какой они хотят женщину поставить. The kind of woman they want to describe. Мода всегда меняется. Fashion's always changing. И из них маму не делают. And they don't make a mom out of они her. Они делают что-то, то-то. They just make something. И мужчинам and a man тоже меняют мышление. Is also changed. Тоже вот этому направлению ведут. It also led towards that same direction. И сегодня люди говорят. And now people say. Даже смеются над теми, кто жениться собирается. They even mock those who plan to get married. Так скоро и гонения будут иметь тот, кто жениться собирается. And soon they're going to start persecuting the married. На них будут издеваться. They're going to start to torture но them. Но это наша классика. But that's our classic. Это заповедь Господа. That's the commandment of the Lord. Это цель, почему создан мужчина и женщина. That's the goal why man and woman were чтобы created. Чтобы они были вместе. For them to be together. Они служили друг другу. For them to serve one another. И поднимали семью. For them to raise a family. И рожали детей. For them to give birth to children. For them to bless the world. И наполняли землю. For them to fill this world. И наполняли небеса. And fill the heavens. Это есть Божья воля. That's God's will. Мы не будем смотреть то, что этот мир нам диктует. We're not going to do what the world is telling us to do. Мы будем смотреть то, что Господь хочет. We're going to do what God wants us to do. И потому что мы принадлежим Бога. Because we're closer to God. И знаете, это так прекрасно. And you know it's so wonderful. Когда ты приходишь домой, when you come home, ты делаешь миссию. You do a mission. Некоторые люди, some people, да готовы поехать на неделю на Африку. They're ready to go to Africa for a week. Поехать Китай. They're ready to go to China. Поехать в Россию. Ready to go to Russia. Или Ближний Восток. Ready to go to the Middle East. На неделю. For a week. И называют это миссия. And they call it mission. Скорее всего, часто бегут из своего дома. Oftentimes they're willing to run away from their home. Настоящая миссия. The true mission. Когда заходишь домой. Is when you come home. И все не так. And everything's wrong. И тебе все надо уладить. And you have to take care of everything. Вот это настоящая миссия. That's the real mission. И ты начинаешь работать. And you start to work. И воспитывать. You start to raise. И все правильно делать. And do everything right. Служишь в церкви. Serve in church. И служишь в своем доме. And to serve in your house. И ты просто исполнен Божьим духом. And you're filled by God's Spirit. И знаете, что семья? You know what a family is? Самый Божий, где надо прощать. It's the place where you have to forgive the most. Знаете, порой сегодня люди очень политкорректны. Today people are so politically correct. Мало кто тебя обидит. Few people will harm you. Никто придет, лицо тебе не скажет. Nobody's going to come and say something сегодня offensive to your face. Сегодня люди уже научены. People are taught today. Чтобы про тебя плохо говорить за тобой, не перед тобой. That they have to talk bad behind your back, not in front of тебе you. Тебя никто не обидит. Nobody's going to offend you. Знаете, и никого скоро не надо будет и прощать. Soon you won't even have to forgive anybody. Ну а где мы больше всего
прощаем? Where do we forgive the most? Это в семье мы все больше прощаем. Где мы просим прощения больше всего? Where do we ask for forgiveness the most? Это в семье. In our family. Детей первые что учим? What do you teach your kids first? Просить прощения. To ask for forgiveness. От друг друга. Well, how about from one от another? Господа. From the Lord. Это сильная культура. It's a strong culture. Люди, которые не выросли в семье. People that didn't grow up in a family. Этого не знают. Don't know how to do it. Они от кого прощения просят? They've never asked for forgiveness. Говорят, мне так удобно, так и делаю. They say, I do what I want. А в семье знаете, как учиться? But you know what's taught in the family? Надо делать так, чтобы всем было удобно. You have to do it such that it's comfortable for all. Они эгоистами не растут в семье. They can't grow up selfish in a не family. Не то, что я хочу и так и будет. I don't just get to do what I want. Они когда семья. When it's a family. Они делятся друг с другом. They чем-то. Share with one another. Они играют друг с другом. They play with one another. И это что-то есть. And there's something это in that. Это мы создаем маленький мир. We're creating a small world. Маленький мир. A small world. Где мы лидеры этого where дома. We're the leaders of the world. И потом это плод приносит. And then that brings fruit. Это прекрасно. That's wonderful. И где мы забываем все? Where do we forget everything? Знаете, кто первый забывает, тот самый счастливый человек. You know, the first one to forget is the happiest person. Прощаем и забываем. When we forgive and forget. Это то же самое время семье. That's at the same place. И где вообще-то любить учимся? And where do we learn to love? Решать проблемы. To solve problems. Это все в семье That's происходит. All in the family. Знаете, чтобы так далеко не идти. For me not to go too far. Я вырос в Советском Союзе. I grew up in the Soviet Union. И то время, где никогда не было интернета. At the time when there was no internet. Но нигде не было интернета. There was no internet anywhere. Реально у нас была жизнь по-другому. We had a very different life. И здесь большинство выросли такой же жизнью. The majority of the people here actually grew up a similar lifestyle. Но может быть некоторые еще слышали про эту жизнь. Maybe some of you only heard about it. Я имею в виду молодое поколение. I'm talking about the younger generation. Но там что-то тоже было интересно. But there was something interesting there too. Все думают, что там было так темно, так плохо. Everybody thought it was so dark and so bad back then. Но там тоже было хорошо и интересно тоже. But we had good things and interesting things back then too. У нас не было мобильных телефонов. We didn't have cell phones. И мы кричали друг другу. And we yelled at one another. Мы просто стоим на улице. We just stand outside. Это большой апартмент. It's a big apartment building. И ты постоянно крик слышал. And you just hear constant yelling. Эй, выходи гулять. Hey, come on out and play. А с балкона слышишь. And you can hear from the balcony. Не могу, мама не пускает. I can't, my mom doesn't let me go. Мы знали проблемы всех друг друга. We knew each other's problems. Мы знали, кто пьяный пришел. We knew who came home drunk. Кто поссорился. We knew who got in a fight. И знали все детей. We knew all the children. Мы вместе сидели. We sat together. И знаете, думали, что делать. And we thought, what can we do? Когда мы вместе собирали все дети, together, взрослое поколение знало нашего дома, что что-то плохое произойдет сейчас. Должны были следить за нами все. Right это была away. Наша жизнь. Мы даже однажды украли машину от нашего соседа. We once even stole our neighbor's car. Как украли? Потолкнули. We would push that car. 3 метра. We moved it и провалился куда-то. And it fell somewhere. И мы все убежали. We all ran away. Это было что-то страшное. It was something horrific. Однажды мы зашли в наш подвал нашего здания. Once we went to the basement of the building. И решили, давайте сделаем дырку. We decided, let's make a hole. И будем копать. And let's dig. И границу перейдем. And we're gonna cross the border. И в Америку попадем. We're gonna go to America. Ну так думали мы. That's what we thought. И мы начали копать. We started to dig. Серьезно копали. We're digging so каждый strong. Приносил обед. Each one would bring a lunch. И что-то приносил. Would bring something. И мы серьезно копали. And we were digging. И вдруг такой свет увидели. And suddenly we see a light. Открывается. It opens up. И мы попали в подвал соседа. And we're in the neighbor's basement. И там все компоты и варенье. And all the drinks and all the мы 2 месяца там наслаждались. And we enjoyed it for 2 months. Потом однажды такой крик слышим. Then finally we hear this yell. И все узнали, что это мы замешаны с этим. Everybody found out that we were involved. Это была наша жизнь. That was our life. Но когда чуть-чуть повзрослели. But when we grew up a little. Мы были вместе, мальчики, девочки. We grew up together, boys and girls. Когда уже повзрослели чуть-чуть. When we grew up a little. Знаете, сидишь, мы собираешься на улице. You know, we'd gather on the streets. На площадях собирались. Gather on the squares. Знаете, девочки гуляют. Girls would be walking around. And we'd watch. За ними ходим. We'd walk around behind хотим them. Знакомиться. Want to meet them. Это была классическая жизнь. It was a classic life. Знаете, никто не прятался. Nobody hid. Никто по интернету не общался. Nobody fellowshiped on я the internet. Я из того поколения. I'm from the generation. Которую надо было глаза смотреть и сказать, я тебя люблю. Where you had to look one another in the eye and не say то, I love you. По интернету торт торты отправить. You couldn't send a cake on the internet. Я из такого поколения. I'm from the generation. Которое живые подарки любит. That liked live presents. Сегодня поколение молодое это Today's другая. Today's generation's different. Дай им одну лайк. Поставишь это, они уже счастливы. Give them one like and they're happy. Или на день рождения один цветок отправишь по Facebook. Or you send them one digital flower on Facebook. Уже счастливы. And they're already happy. Не, наше поколение такая. No, our generation was different. Наши подарки должны были пощупать. Our gifts had to be felt. Но это было детские голоса на улице. But it was kids' voices outside. Но
это было приятно. It was wonderful. А потом мама рассказывала. And then my mom would tell us. Бабушка рассказывала. Sorry, my grandma would tell me. Что раньше тоже мы так игрались. But they would play the same way. Но самое несчастливое время. But the most unhappy time. Было время войны. Was the time of war. Когда мы прятались. When they would hide. Прятались в подвалах. They would hide in basements. Чтобы не разбомбили нас. For them not to be bombed. И дети ушли от площадей, от улиц. And the kids left the playgrounds. Говорит, когда война закончилась. They said when the war was over. Улица опять наполнена была. The streets were filled. Тогда я не понимал, о чем идет речь. I couldn't understand what she was talking about. Я говорю, так получается, когда война, тогда детские крики уходят из улицы. I said, so when there was war, there was no cries of children or children on the street. И моя бабушка говорила. And my grandma would say. Когда ты слышишь вот эти крики детей. When you hear the cries of the children. На площадях. On the playgrounds. На улице. On the streets. Это значит мир. That means there's peace. Это значит все в порядке. That means everything's okay. Это значит все хорошо. That means everything's good. И знаете, потом я прочитал местописание. You know, I read a scripture afterwards. И то, что сегодня происходит. And what's happening today. Исчезает из улиц детские крики. What's happening is children's cries are disappearing. Детские игры. From the streets. Из площадей. Kids' games are disappearing. Мы думаем, это нормально. From playgrounds, and we think all that's normal. Знаете что, дорогие? You know what, dear people? Привозите ваши церковь, детей церковь. Bring your children to church. Пусть станет это частью ихней культуры. Let this become part of their culture. Прийти церковь. To come to church. Сейчас я продолжу, но прочитаю первое это место. I'll continue, but I want to read the scripture. Я прочел место Иеремия 9:21. In Jeremiah 9:21. И написано здесь так. It says. Ибо смерть входит в наши окна, вторгайте чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юноши с площадей. It says, for death has come through our windows, has entered our palaces, to kill off the children no longer to be outside, and the young men no longer to be on the streets. Это то, что написано о этих времен. That's what it's written about these times. Что смерть сходит. That death is walking. Чтобы детей убрать. To take out the children. Чтобы их голоса не было. For there not to be their voices. На площадях, на улице. On the streets. Но в церкви. But in the church. Должны быть слышно. You have to hear. Детские крики. The cries of the детские children. Детские служения. The children's ministries. Подростковые служения. The teenage ministries. Молодежные служения. The youth ministries, взрослые служения, and the elderly ministries. Всегда должен быть переполнен голосами. They have to be overfilled with voices. Знаете, однажды в Англии, once in England, я зашел в церковь. I walked into a church. С моим другом, он был пастором. With my friend who was a pastor. Эта церковь была построена в стиле барокко. This church was built in a style of барокко. Барокко. Это такой пышный стиль. It's a ну такой, ну это 17 век в общем. Baroque style. Thank you, да. Jacob. There's somebody educated here. Это 17 век. It's the 17th century. Это то, когда все красиво. It's when everything was very beautiful. Архитектура красивая. Architecture was beautiful. Все сделано прекрасно. And everything was built beautifully. И знаете, что я смотришь с улицы эту архитектуру. And you know, you look at the architecture from the outside. И сами хочешь смотреть. And you want to stare at it for заходишь hours. Заходишь туда внутрь. You come inside. Пустота, никого нету. Just emptiness, nobody inside. Я думаю, сила церкви. And I thought the power of the church. Это никогда что пусто. It's not when it's empty. А когда переполнено. But when it's overfilled. Когда наполнено. When it's filled. Когда ты слышишь детские крики. When you can hear kids' laughter and cries. When you can hear the youth. Это и сила церкви. That's the power of the church. Дьявол хочет это истребить. The devil wants to destroy that. Но привозите ваших детей. But bring your children. Не слушайте их мнения. Don't listen to their opinions. У них нету мнения. They don't have an opinion. Сегодня мир. Today the world. Говорят, вы должны уважать мнение детей. Saying you have to respect the children's opinion. Как уважать, если у них пока нету? How can you respect it when they don't have it? Это так глупо. It's so foolish. Любой психолог детский вам скажет. Any child psychologist will tell you that their opinion is nothing. Понимаешь, если ваших детей спросите, you understand, if you ask your children, они захотят даже из балкона прыгнуть. They're going to want to jump off a balcony. Они захотят сесть в вашу машину и поехать. They're going to want to get in your car and drive. Это не значит, что мы должны разрешить. It doesn't mean we have to let them do it. Библия говорит, the Bible says, у нас есть своя мнение. We have our opinions. Воспитывай, наставь юношей. To raise your young people. При начале пути его. In the beginning of their path. И мы должны наставить. And we have to teach them. Не то, что они мне нам говорят. Not what they're telling us. И, знаете, я вырос в коммунистической семье. I grew up in a communistic family. У меня есть хороший друг. I have a good friend. Он пастор в Москве. He's a pastor in Moscow. Его зовут Мацула. His name is Мацула. Он вырос в христианском семье. He grew up in a Christian family. Он христианин уже, по-моему, третье поколение. He's been a Christian, I think, this is the third generation. Знаете, что для меня воскресенье? You know what for me is Sunday? Вообще, я вам скажу. I'll tell you. Детей надо воспитывать очень хорошо до 10 лет. You have to raise your kids very well up to 10 years old. А потом куда хочешь отпустить, and все, then you can let они them go.
плохого не anywhere. Будет с ними. They won't, nothing bad will happen. Часто to them. Мы до 10 лет их любим. Oftentimes we love them up to 10. А после 10 наказываем. And after 10 we punish them. А надо наоборот делать. But you have to do the opposite. И надо воспитывать до 10. You have to raise them up а потом to 10, любовью показать. And then just cover with the love. Для меня воскресенье. For me, в моем семейном культуре. My Sunday in my family culture. Это спать до 11 часов. It's to sleep till 11 a.m. А потом просыпаться. And then wake up. Покушать что-то. Eat something. Телевизор смотреть. Watch some TV. Или куда-то пойти за парк или куда-то. Or go to the zoo. Это мое воскресенье. That's my Sunday. У Мацулы воскресенье. Matsula's Sunday. Я когда ему рассказал. When I told him. Он говорит, о нет. He said, oh no. Я воскресенье не могу в церковь не ходить. My Sunday, I can't go, not go to знаешь, church. Ты знаешь, что такое воскресенье? You know what Sunday is for когда me? Мама делает от запаха пирогов просыпаемся. When you wake up to the smell of pies that my это 7 утра. That's 7 a.m. У всех поглажена одежда. Everybody's got their clothes ironed. Все красиво одеваемся. Everybody gets dressed это nice. Это время церкви. It's the time to go to church. Мы покупали красивую одежду. We'd buy nice clothes. Для церкви. For church. Я покупал красивую одежду. I bought nice clothes. Мои родители покупали. My parents bought nice clothes. Чтобы куда-то на праздники идти. To go somewhere for a celebration. А он одевал для церкви. But he bought his nice clothes for church. И когда-то где-то лет 13. And about at 13 years old. Для него это стало культурой. For him it became his culture. Часть культуры. Part of the culture. Что он должен ходить в церковь. He has to go to church. И до сих пор он ходит. And to this day he goes. И его дети ходят. And his children go. Мы должны создавать в нашем семье нашу культуру. We have to build a culture in our families. Правительство может делать всякие законы. The government can do whatever they want with laws. Законы нашей семьи. But the laws of our family. Не составить. Can never be broken. Мы составляем наши законы. We make the laws. И мы пишем наши законы. And we write our own laws. А мы берем из Библии. And we take them from the Bible. Это наше право. That's our right. И никто не украдет от нас право. Потому что когда ты внутри семьи, ты будешь сверхъестественную защиту Бога иметь. Коммунисты были верующие семьи. Верующие семьи были. There were Christian families. Они хотели разделить этих семей. They wanted to break the Christian families. Они лишали их от родительства. They wanted to take their parental rights. А потом они опять соединялись. But then the families would be restored. Это так сильно было. It's so powerful. Сегодня today, весь христианский, славянский христианский мир. Entire Slavic Christian world. Если взять Украина, Россия, Америка, Европа. Ukraine, Russia, America, Europe. Австралия. Australia. Я имею в виду христианский мир. I'm talking about the Christian знаете, world. Знаете, все служители кто? You know who are all the ministers? 90% это поколение, которые родились вот то время. 90% of the people ministering are the people born in that time. Ничего сильного не имели. They had nothing powerful. Никакой машины. They had no cars. Но имели правильное воспитание. But they had the right upbringing. Имели уважение церкви. They had respect in the church. И вот это. And that. Это была сила. That was power. Знаете, сегодня. You know, today, я хочу одну вещь открыть. I want to reveal something. Я как сказал, я родился в неверующем семье. As I've told you before, I was born in an unchristian family. Сразу скажу, кто был моим дедушкой. I'll tell you who my grandpa was. Он был полковником. He was a lieutenant. И замначальником тюрьмы. And he was in charge of a prison. Он был человеком военным. He was a military man. И всегда гордился. And he always prided himself. Что никогда в церкви не был. That he's never been in a church. Это мамин сторона. That's my mom's dad. И а бабушка моя. My grandma. Она была очень популярной маникюрш. Вот это, что руки делает. She was a very popular manicure и работала maker. С очень богатыми людьми. She worked with rich people. Но она тоже в церковь не ходила. She also never went to church. Но и дедушка не ходит, и она не ходит. So my grandpa never went, neither did she. Мамин сторона. My mom's side. Извиняюсь, папин сторона. My dad's side. Бабушка работала в ЦК. The grandma worked это in правительстве. In government. И тоже Богу не верил. She didn't believe God either. Я никогда не забуду, I will never forget, когда она умирала, when she was dying, знаете, что она кричала, she yelled, помогите, помогите. Help, help. Бесы пришли. The demons have come. Дьявол меня забирает. The devil's taken me. Я был маленьким. I was small. Я говорю, папа, что происходит с ней? I said, Dad, what's happening with her? Он говорит, она уже старая, с ума сходит, she она видение видит. She's old, she's gone crazy. И так и ушла она. And that's how she left. Она видела дьявола, как ее забирает. She saw the devil, how he was я был маленьким, her. Я видел это. I was young and I saw that. А когда дедушка умирал, and when my grandpa was dying, знаете, он Бога вообще не верил. He didn't believe in God at all. И знаете, он стал как ребенок. He became like a child. Вот такое случается иногда. That's what happens sometimes. Я всегда его любил. I always loved him. Я всегда уважал. I always respected him. Он был таким офицером. He was an officer. И при смерти, and before his death, он стал младенцем. He became an infant. Это часто у мирских случается. This happens to secular people a lot. Он плакал за все. He wept for everything. Он хотел конфеты. He wanted candy. Я не узнавал мою дедушку. I couldn't recognize my grandpa. Он стал как маленький. He started, became like an infant. Я говорю, мама, а что происходит с дедушкой? I said, mom, what's happening with grandpa? Сынок, это так происходит. She said, son, that's когда люди what happens стареют. When people get old. А с ними вот это происходит. That's what happens. И
Потом мы потеряли его, конечно. And we lost him, of course. И когда умирала бабушка моего друга, and when my friend's grandma was dying, тоже такое. The same thing. Она куклами начала играться. She started playing with dolls. Она с ума сошла. She was going crazy. Я думал, все это нормально так. I thought that that's all normal. И когда я покаялся, and when I came to God, знаете, что я заметил? You know what I noticed? Что верующие, that the believers, ребенком не становятся. Don't become infants. Верующие старики, the believing, не становятся elderly, ребенком. They don't become infants. Знаете, до конца не стоят так. You know, they stand strong to the end. Мой дедушка, когда умирал, my grandpa, when he was dying, возле его все собрались, everybody gathered around, чтобы что-то отдать, to give him something. Я видел одного верующего человека, умирал. I saw a Christian man dying. Ему было лет 80. He was about 80. Все возле него собрались, everybody gathered around, чтобы взять благословение, to receive a blessing. Я говорю, что-то не так. I said, something's wrong. Почему так случается? Why is it happening? Потом открыл Библию, then I opened the Bible, и начал смотреть, I started looking, что никто, that nobody, не умирал как ребенок, was dying like an infant. Почему мне дома это происходило? Why was it happening prior? И тогда Дух Святой мне сказал, and the Holy Spirit told me, а потому что твой дед никогда не был взрослым. Because your grandpa was never mature. Он всегда был маленьким. He was always an infant. Просто был, одевал маску. He just put on a mask. Конец жизни. At the end of the всегда life, человек снимает свою маску. The mask comes off. И ты можешь видеть, and you can see, кем он был всю жизнь. Who he was his whole life. И он был ребенком всю жизнь. He was an infant his whole life. И тогда я понял откровение. And then I realized the revelation, что наш враг, that our enemy, это младенчество. Is infant. Младенчество в семье. Being an infant in the family. И младенчество вообще церкви. Being an infant in the church. Я скоро открою вам что-то. I will reveal something to you soon. Но прежде прочитаю одно местописание. But I'm going to read a scripture. 1 Corinthians 13:11. 1 Corinthians 13:11. Павел говорит некоторые вещи. Paul says. Некоторые вещи, которые удивляют нас. Some things that shock us. Смотрите, говорит, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенчество. He says, when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Знаете, он говорит, я оставил младенчество. You know, he says, I put away childish things. Оказывается, it turns out, детство не уходит от нас. Childish things don't leave us. Пока его не оставим. Until you put them away. Мы должны его оставить. We have to put them away. Это всегда нас призывает. It always draws us. Мы хотим туда вернуться. We want to return there. Но младенчество надо оставить. But childish things need to be put away. Для примера я вам скажу. For an example, I'll tell you. Допустим, однажды. Once. Я и мой помощник. My assistant and I. Мы ехали на машине. We're driving a car. И видим два дедушки дерутся. And we see two elderly men fighting. Был снег. There was snow. И лопату убирал кто-то. And somebody was cleaning with a shovel. И мы останавливаемся. We stop. И один говорит, это моя лопата. And one guy says, that's my shovel. А другой, это моя лопата. The other guy says, no, that's my shovel. Дерутся за лопату. They're fighting for a shovel. У нас во дворе. In our yard. Два мальчика тоже дерутся за лопату. Two boys fighting for a shovel too. Какая разница между ними? What's the difference between them? Они не могут уступать друг другу. They can't share with one another. Так же и в семье происходит. And it happens the same way in the family. Когда не уступают друг друга. When we don't share with one another. Я говорю моего помощника. I tell my assistant. Слушай, заходи в магазин. Listen, go in the store. Купи лопату. Buy a shovel. Дай этому человеку. Give this guy a shovel. Пусть у них будет по одной лопате. Let them have a shovel each. Мы взяли лопату. We got a shovel. Дали. We gave it to теперь them. Они начали драться за новую лопату. Now they start fighting for the new shovel. Знаете, это было что-то с чем-то. It was something. И однажды. And once. Я пришел в церковь. I came to church. У нас мы арендовали тогда зал. We were renting a place at the time. И церковь много людей собиралась. There was a lot of people at the church. И было одно собрание. We had one service. Больше нам не давали собрания. Nobody else gave us any more time. И знаете, как было? Если вовремя не пришел, you know, if you didn't come on time, у тебя места не остается. You never got a seat. Ты должен в церковь всегда приходил полчаса you раньше. You had to come to church 30 minutes чтобы before. Чтобы занять места. To get a spot. И я приходил еще раньше. And I would come even earlier. Одна бабушка пришла. Lady came, и заняла 5 мест. And she got 5 spots. Но вот так поставила. She put down. Церковь еще пустая, никого нету. The church was still empty. Nobody другая was there. Бабушка пришла. Another old lady села came, именно там, and sat right there, где тот бабушка заняла. Where the other lady had spots и reserved. Вот она сидит. And she's sitting there. И она говорит. And she says, не видишь, что это занято? Do you not see that it's taken? А тот говорит. And the other one says, а где написано? Where does it say it, что здесь занято? That it's reserved. А я стою и смотрю. And I'm standing there looking. И она говорит так, посмотрел, весь нигде же не написано. And truly, there's nothing written. Повернулся к ней. She looks at her. И говорит. And says. Пусть тебя Бог благословит. May the Lord bless you. А тот встал и говорит, пусть тебя Бог благословит. Another one got up and said, no, may и the Lord bless you. И пока они благословляли and друг while друга. While they're blessing one another. Где-то пару минут. For a few minutes. Я думаю, о, Боже мой, они же ругаются. I thought, man, they're swearing at one просто another. Просто не могут эти слова использовать. They just can't use the bad words. Поэтому имя Бога использовать. So they're using the name of God. Я подхожу, говорю, а ну быстро помиритесь. I come up and said, make up right now. Вы в церкви? You're in a church. Она говорит, хорошо, я прощаю. They said, "All right, I forgive you." И ушла в другое место, села. And she walked and sat in another place. И знаете,
Я с тобой больше разговаривать не буду. I won't talk to you anymore. А дети тоже друг друга объявляют. Kids do the same thing. Я с тобой больше разговаривать не буду. I won't talk to you anymore. Это младенчество. That's childish. Какая разница между ними? What's the difference between them? Да никакая разница. No difference at all. Однажды я прихожу в нашу церковь. Once I come to our church. И вижу в зале. And I see in the place. Одна девочка, ее 19 лет. A 19-year-old girl. Может, 18, не знаю. Maybe 18. Ну, примерно вот так. 18, 19. Сидит, плачет. She's sitting there crying. А она лидер ячейки. And she's one of the life group leaders. И я говорю, почему? I said, why are you crying? Говорит, пастор, я уже устал. She said, Pastor, I'm tired. Представляете, у нее ячейки самый молодой 60 лет. And can you imagine in her life group the youngest person is 60 years old? Говорит, вот сколько время, вот бабушку Таню говорю, не надо сплетничать. She said, man, I've spent all this time telling Grandma Tanya not to make rumors. Она все сплетничает для ячейки. She keeps gossiping. Дедушка Акопа говорит, нельзя курить. I tell the grandpa, stop smoking. А он все курит. He continues to Я smoke. Посты брал для них. I was fasting for Целые them. Недели постился. For weeks I would fast. Они прекращают. They're not stopping. Почему мои молитвы не слышны? Why are my prayers not heard? А я так смотрю I looked, и думаю, кто же взрослее? And thought, who's more mature? Она или те? Her or the people? Я вам скажу. I'll tell you. Эта девчонка this young lady взрослее, чем те. Was a lot more mature than потому them. Что уже взял духовную ответственность. Because she took a spiritual responsibility. А те еще надо за ними бегать. And those people you still have to chase. Это детство. This is childish. Это младенчество. This is childish things. Однажды против меня кто-то что-то сказал. Once somebody said something against me. И обычно это бывают те люди, которых много добро ты делаешь. And typically it's the people you do a lot of good to. И я говорю. And I said. Вот утром я что-то скажу. All right. In the morning, I'm going to tell him something. И ночью начал молиться. At night, I started praying. И Бог мне говорит. And God tells me. А ты можешь оставить младенчество. You can leave the childish things. Я говорю, а что это означает? I said, what do you mean? И вдруг Дух Святой начал Suddenly, объяснять. The Holy Spirit starts to это explain. Это значит, внутри тебя должен быть кладбище. It means you have to have a graveyard inside of you. Где ты хоронишь? Where you can bury things. И больше никого ничего не говоришь. And never tell anybody. Прости просто. Just forgive that person. И я просто это было трудно очень. And it was difficult. Я не знал, что так трудно это. I didn't know it was that difficult. Я просил. And I forgave. И утром я его увидел. In the morning I saw это him. Так трудно было что-то не сказать. It was so difficult not to say something. И ничего не сказал. I didn't say anything. А потом забыл это and все. I forgot it all later. Хорошие друзья. Right now we're good friends. Он не знает, что я знаю, and что он говорил. He still doesn't know that I know Но what he said. Все прошел. But it all went Но through. Я почувствовал. But I felt. Я взрослел. I became more mature. Духовно я стал взрослым. Spiritually I became more mature. Мы пока не оставим детские вещи. Until we leave the childish things. Почему часто в семье? Why so often in Sorry. Families there's fights? А они просто не прощают друг друга. They just stop forgiving one another. Потому что два ребенка. Because there's two children. Поженились. They got married. И никто не хочет оставить младенчество. And nobody wants to put away the childish Один things. Один говорит, я права. One says I'm right. Другой, я права. The other one says I'm Знаете, right. Это 17 лет может You can do this for 17 Люди years. Люди доказывают, кто прав. Prove one another who's right. Но никто не сдается. But nobody's given up. Но кто-то должен сдаться. But somebody's got to give Сказать, up. Ладно, ты прав. Somebody's got to say, all right, you're right. Это, знаете, у нас в Армении очень популярный рассказ есть. In Armenia, there's a famous story. Когда один человек всегда ссорился When с женой. A person always fought with his wife. Постоянно ссорился. Constantly fighting with а his wife. А у них соседи были верующие. And their neighbors were Christian. Никогда не ссорились. They never fought. Говорит, слушай, в чем их секрет? Иди узнавай. And they said, what's their secret? Go find out. Жена пошла. The woman goes, пришла домой. Comes home. Говорит, ну еще в Says, what's the secret? Говорит, знаешь что? Said, you know what? Мы постоянно ссоримся. We always fight. И я прав. I'm right. И ты прав. And you're right. И доказываем свое право. And we prove our own right. А у них дома. But in their home. А они оба говорят, извини, я не прав. They both say, sorry, I'm not right. Тот говорит, нет, дорогой, это я не прав. Says, no, no, I'm not right. Говорит, понимаете, они оба не правы. You see, they're both wrong. И не ссорятся. And they don't fight. А мы оба правы. We're both right. И постоянно ссоримся. And we constantly fight. Знаете, потому что те были взрослые. You know, because those were mature. Они уступали друг друга. They give way for one another. А младенцы не могут уступать друг другу. Children can't give way to one another. Мы должны оставить младенчество. We have to leave the childish things. Знаете, это серьезно. This is serious. А смотрите, тогда Лука 7:31. Luke 7:31. Я постараюсь по-быстрому все. I'm going to try fast. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего и кому они подобные. And the Lord said, "To what then shall I liken the man of this generation? And what are they like?" И потом продолжается 32 стих. Verse 32. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг другу и говорят: "Мы играли вам на свире, и вы не плясали. Мы пели вам плачущие песни, а вы не плакали." They are like children sitting in the marketplace and calling to one another, saying, "We played the flute for you, and you did not dance. We mourned to you, and you did not weep." Иисус смотрит на взрослых людей. Jesus is looking at adults. И говорит, они как дети. And says they're like
children. Знаете, проблема всего мира какой сегодня? You know the problem of the world today? Что управляет этот мир дети? That the world is being run by children. Почти политики 90% это дети. 90% of politicians are children. Если когда они поют, if somebody doesn't sing right, не дай бог кто-то не танцует. God forbid somebody doesn't dance. Они так обидятся. They get so offended. Они быстро обижаются. They get so offended so quickly. Потому что, знаете, дети прощать не умеют. Because children don't know how to forgive. Они никогда прощать не умеют. They don't know how to forgive. Вот здесь говорит, на кого они похожи. He likens them to them. Они похожи на детей. He says they're like children. Когда у нас один человек зашел в церковь, we had a person come into our church, и он работал в органах где-то. He worked somewhere in the government. И вот так идет, чтобы все пистолет видели. And he's walking around showing his gun. И дети, а никто его не обращал внимания. Nobody's noticing him except the children. О, у него пистолет, у него пистолет, he's got a gun, he's got a gun. У него работа такая. He, that's his job. И он так ходит. He's walking around. Но зачем церкви это показывать? Why do you need to show it in the church? Знаете, дети тоже, когда идут в церковь, and you know when kids come to church, пистолет поставят, they put some kind of gun and they're walking around like that. Боже мой, какая разница между ними? You think, man, what's the difference between them? Опять никакая разница. There's no difference again. Никакой разницы нету между ними. There's no difference. Знаете, это младенчество, которое мы должны оставить. It's the childish things that we need to leave. И если мы что-то хорошее делаем, and if we do something good, и кто-то не восхищается, and somebody's not impressed, знаешь, если на тебя это влияет, you know, if it influences you, это значит, в тебе младенчество. That means you still have childish things. Просто ты делай и забудь. Just do it and forget. Потому что ты делаешь что-то хорошее. Because you did something good. И просто забудь, что ты сделал. And just forget that you did it. Знаете, дети в то же самое время, you know, children at the same они time, хотят в церковь прийти. They don't want to come to church. Если взрослые дети, что не хотят в церковь прийти. Adult children don't want to come есть to church. Взрослые люди, there's adult people что до конца собрания даже сидеть не умеют. They can't sit through the end of the service. Почему-то они только в церкви два раза или три раза обязательно выйдут и зайдут. For some reason in church they have to come out and come in three times. Когда я буду на небе, when I'm going to be in heaven, я один вещь хочу смотреть, куда они выходили, I'm куда ask one thing, where were they going out and coming back into? Я всегда выхожу на наш фойе, I always come into the hall, и думаю, что здесь есть вообще, что я не знаю. What's so special here that I'm not aware of? Where are people coming out to always? Они могут просто так туалет сходить. They could just walk to the restroom and back. Они туалет не хотят. They don't even want to go и to покрутиться the restroom. И пройти обратно. They just walk, turn around and come back. Кто их мучает? Who's torturing это детство. Them? It's childish things. Потому что они не могут себе посадить, чтобы они слушали какое-то слово. They can't sit and listen to a word. И вообще дети не любят ни в школе учиться, kids ни в институте, like ни в церковь ходить. School or institute, and they don't like to go to они church. Любят развлекающие вещи. They like entertaining things. А мы учим правильных вещей. But we teach them the right things. Это правильно учить правильные it's вещи. It's the right thing to teach them the right things. У меня есть американец, друг, его зовут Дэл. I have an American friend, his name is Daryl. Он мне рассказал потрясающую историю. He told me an interesting story. Моему ребенку кто-то в церкви подарил $100. He said, somebody gave my kid $100 in church. Знаете, реально, для ребенка $100, это было еще 15 лет назад, это был намного серьезные деньги. For a child, this was 15 years ago, $100 was a major amount of money. А ему было где-то 7 лет. And he was about 7 years old. 7 или 6 лет. 7, 6 years old. И папа спрашивает, and his dad asked, а что ты будешь с деньгами делать? What are you going to do with the money? Знаешь, ребенок что может делать? What can a child do with the money? Говорит, конфеты куплю. He's like, I'm gonna buy candy. Говорит, я понял, что это благословение станет проклятием He's для него. I understood that that blessing is gonna be a curse for him. И поэтому отобрал у него so эти деньги. So I took it away. Он плакал. He cried. Это мои деньги. That's my money. Ты не имеешь права. You have no right. Знаете, вы слышали такие свидетели, как пришел Богу, Господь деньги отобрал у меня? Have you heard people testify when I came to God, God took my money away? Я потерял все. I lost everything. Потому что ты неправильно тратил, может быть? Because you were probably spending it in the wrong way. И тогда отец взял. So the father took. Я заплатил десятину. He said, I paid the tithe. Дети не платят десятину. Because kids don't pay tithe. А потом пожертвование дал. Like, then I gave the offering. На $20 конфеты купил. Bought him $20 worth of candy. Еще какую-то одежду купил. Bought some clothes for еще him. Еще игрушки купил. Bought him some toys. Принес. When I brought it home. Папа, это все за $100? He said, Dad, all that for $100? Да, это все за $100? Said, yeah, all that for $100. Как классно, что ты забрал. He said, man, that's awesome that you took я it away столько from me. Не купил бы. I couldn't have bought that much. Поэтому часто Господь не забирает у нас that's деньги. Why sometimes God takes away our money. Потому что младенцы because we're still children, не умеют тратить. And we don't know how to spend it. И Екклесиаст пишет так. Ecclesiastes writes, и удали печаль 11:10 Екклесиаст. Ecclesiastes 11:10. И удали печаль от сердца твоего и уклони зло от тела твоего, потому что детство и юношество это суета. Therefore remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Это суета. They're vanity. Знаете, вот это детство, юношество. This childhood and youth, мы хотим туда вернуться. We want to return there. Но это только суета. But it's just vanity. Посмотрите на ваших детей. Look at your kids. Если вы их не направите, if you don't direct them, они создадут суету. They're going to make vanity. Просто будут заниматься суетой. They're just going to do vanity. Мы их направляем. We direct them. А сегодня государство говорит, but today the government ты says, ты имеешь правильное право
право направлять. You have no right to direct them. Ну, в такие законы. That's the laws это их не права. It's their rights. Это все закончит суетой. This is all going to end up in vanity. Вы знаете, мы делаем их взрослыми. We make them mature. Сегодня цель родителей. Today the goal of parents. Делать своих детей взрослыми. Is to make their children mature. Знаете, мы часто учим, как писать и читать. Oftentimes we teach them to read and write. Но мало кто учит, как прощать. But few teach them how to forgive. Как молиться. How to pray. А знаете, что писать, читать всегда научится. You know it's easy to teach them how to read and write. Но прощать, but to forgive, молиться, but to pray, радоваться, to rejoice, и любить, but to love, не все научат. Not everybody can teach. И когда женятся, and when they get married, и знаете, что жена видит? And you know what the wife sees? Его муж знает только писать, читать, that her husband и деньги only считать. Knows how to read, write, and count money. Прощать не умеет. He does know how to forgive. И сразу из дома уходит. He leaves the house. Любить не умеет. Does know how to love. Молиться не умеет. Does know how to pray. Ничего не умеет. Does know how to do anything. Потому что ребенок. Because as a child. А взрослые люди adult, делают духовные вещи. Mature people do spiritual things. И теперь очень важное место. And now a very important scripture. Знаете, я верю. You know, I believe. Когда мы платим десятину, when we pay tithes, мы благословляемся. We bless, we когда get blessed. Когда мы жертвуем, when we offer, мы благословляемся. We get blessed. Но вопрос. But the question. Ведь не все же благословляются так, как надо. Not everybody's blessed the way they should. И не всегда мы благословляемся. And we're not always fully blessed. Писание говорит, ты будешь благословлен. The Bible says you're going to be blessed. А не всегда это получается. But not often, not every time it works out. Возникает вопрос, почему? So the question is why? Есть ответ в Библии. There's an answer in the Bible. Смотрите, это Галатам 4:1. Look at Galatians chapter 4. Написано. It says. Еще скажу, наследник, доколе действие ничем не отличается от раба, хотя и хозяин сего. Now I say that an heir, as long as he's a child, does not differ from a slave, though he's a master of all. Ничем не отличается от раба. He does not differ from a slave. Хотя хозяин сего. Though he's a master of all. Знаете, как ваши дети? You know, like your children. Как у вас дома? At your house. Ты его ничего не доверишь? You can't trust him anything. Я помню. I remember. Однажды я с дочкой еду. Once I was driving with my daughter. Она была маленькая. She was young. И говорит, and she says, папа, Dad, пожалуйста, ударь эту машину. Please, can you hit that car? Я говорю, нельзя ударить машину. I said, I can't hit that car. Говорит, ну за меня. She said, please, for me. Ударь, пожалуйста, ну чуть-чуть. Can you hit her just a little bit? Я говорю, нельзя ударить I машину. I said, I can't. Потом перед нами троллейбус такой большой. Then a big bus is standing in front of us. Говорит, а его можно? She says, can you hit him? Я говорю, его тоже нельзя ударить. I said, ударить. I can't hit him. I вообще can't машину hit him нельзя ударить. You can't hit cars at all. И она обиделся. She got so mad. Таксист говорит, ты меня не любишь. She said, you don't love me. Ты не хочешь ударить машину. You don't want to hit a car. Ну стукни, пожалуйста. Just hit it, please. Как вы думаете, я люблю свою дочь? What do you think? Do I love my daughter? Люблю. I do. Подарил бы я машину. Would I give her a car? Нет. No. Вот почему Господь некоторые вещи нам не дает. That's why God doesn't give us certain things. Потому что младенчество. Because childish things. Это больше испортит. Will ruin. Нежели поможет что-то. Than help. Это серьезный вопрос. It's a serious question. Зачем нам что-то нужен? Why do we need something? Что мы собираемся с этим what делать? What are we going to do with it? Как пастор сказал сегодня. As pastor said today. Наше имение все принадлежит Господу. Our Израиль belongings, заявил это. Everything we have belongs to the Lord. That's what Israel proclaimed. И сегодня церкви. And today churches. Знаете, занятие церкви чего? You know what the goal of the church is? Это просто освободить людей от младенчества. It's just to free people from childish things. Кто помнит, когда вы были маленькие? Who remembers when you were young? Кто любил вот так крутиться? Who liked to spin around like that? И кто крутился там, пожалуйста, и чтобы голова кружилась? Все мы кружились, да? Yeah, we all did it. И вон, когда нам гости придут, when your guests would come over, и вот так мы крутимся, and you would spin потом around, лежим, then и потолок крутится. Laying there and watching the ceiling spin. Знаете, сейчас мне это не нравится. You know, I don't like that anymore. А вы знаете, почему люди пьют алкоголь? Do you know why people drink alcohol? Чтобы голова кружилась. For their head to spin. Знаете, проблема, потому что они в младенчестве. The problem is that they're still childish. Когда люди хотят чуть-чуть отключиться. When people want to pass out just a little. Это младенчество. That's childish things. Взрослые люди. Adults. Они хотят быть трезвым. They want to be sober. Вообще в мире самые опасные люди это трезвенники. The most dangerous people are the sober people. Они правильно думают всегда. They're always thinking right. Они трезвенники. They're sober. Они трезво рассуждают вещи. They think soberly. А дети but children, просто крутятся, чтобы голова крутился. They just spin to be dizzy. А церковь освобождает людей. And the church frees people. Знаете, почему пятикратное служение есть? Do you know why there's a five-fold ministry?
Один из вещей, one of the things, чтобы младенчество ушло от нас. Is for the childish things to be put away. О, брат, ты так правильно говоришь. You say, oh, brother, you say it so well. Но у нас в церкви так мало проповедь о младенчестве. But our church preaches so little about childish things. Знаете, если в церкви говорится не блуди, you know, if the church says do not commit adultery, это против младенчества. That's against childhood. Вообще, я вам скажу, сексуальное развитие человека начинается 11 лет, заканчивается 15. Starts at 11 and finishes at 15. У некоторых уже 50 лет не заканчивается. Some people at 50 are still not stopped. И поэтому учат, что блудить нельзя. You're teaching them, don't commit adultery. Или говорят, не греши. Or don't sin. Или прощайте друг друга. Or forgive one another. Они называют это младенчество. They're not calling it the word childish things. Но это все против младенчества. But all that is speaking against the childish things. Когда мы приходим в церковь, when we come to church, мы духовно все взрослеем, взрослеем. We mature spiritually more and more. И конец жизни мы будем взрослыми людьми. And at the end of our life we're going to be mature. А когда ты еще бремя берешь на другого человека, and when you take time for somebody else, дети никогда бремя не берут на другого when you take человека. Somebody else's burden, ты стал намного взрослее. You become even more mature. И kids, ты знаешь, never take other people's burdens. Доколе придем в возраст Иисуса Христа. And we're going to mature to the maturity of Jesus Christ. И вот я хочу вот последние вот эти места Писания прочитать. И Ефесянам 4:11 написано. Ephesians 4:11 says. И дальше прочитаем до 14 стиха. And we're going to read through 14. И он поставил одних апостолов, других пророков, иных евангелистов, иных пасторов и учителями. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. К совершению святых на дело служения для создания тела Христова. For the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Доколе все придем к единой вере и познанию Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Дабы мы не были больше младенцами. And verse 14, that we should no longer be children. Вот вся пять служений, на что работает. All the fivefold ministries are working for this. Чтобы доколе мы не были младенцами. That we would not be children. Ты сразу скажешь, say, а Иисус сказал, будьте как дети. But Jesus said, be like children. Но когда проблема приходит, yeah, when there's a problem, относись как ребенок. Treat it like a child. Серьезно не воспринимай don't его. Take it too seriously. Но когда церковь приходишь, but when you come to church, оставляй младенчество. Leave the childish things. И здесь говорится, доколе мы дабы мы были, не были более младенцами. It says that we would no longer be children. Ветром учениями. Tossed to and fro, carried away. With сегодня every wind of doctrine. Так много учений. Today there's so many doctrines. Открой интернет. Open up the internet. Сто любой глупость найдешь. You will find any foolish thing you want. Ветроучение. These false doctrines. Один говорит, Бога есть. One guy says there's a God. Другой говорит, Бога нет. Another guy says there is no God. Один говорит, рай есть. Another guy says there's heaven. Другой говорит, рая нет. Another guy says there's no heaven. И все свои учения сделают. And everybody makes their own doctrine. А у тебя должен быть фундаментальный учение. You have to have the fundamental doctrine. Что Иисус есть Господь. That Jesus is Lord. Есть Бог Отец, Сын, Дух Святой. He's God, the Father, Son, and Holy Spirit. И тогда ты по-взрослому веришь. And you're going to believe in the mature way. That there's heaven. У меня есть миссия. There's a mission. Буду жениться. I'm gonna get married. У меня будет семья. I'm gonna have a family. У меня будет прекрасная семья. I'm gonna have a wonderful family. У меня будет Бог. I'm gonna have a God. Это по-взрослому все. That's a mature thinking. Это все по-взрослому. That's mature. Слава Богу. Praise God. И вот в церкви что мы получаем? And what we receive in church. Вся пятигратное служение работает над этим. It's the full fivefold ministry working towards this. Чтобы мы не оставались младенчеством. For me not to stay a child. И мы поднимаем друг друга. And we lift one another up. И самый последний. And the last thing. Знаете, Иисус преуспевал тоже. You know, Jesus succeeded. В чем был преуспевание Иисуса Христа? Success. Это Лука 2:52 написано. Luke 2:52 says. Иисус же преуспевал в премудрости, возрасте, любви Бога и у человека. It says, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Знаете, Иисус не только мудростью преуспевал. He wasn't just increasing in wisdom. И возрасту тоже. And not just in stature. И любви тоже. And in love. Знаете, сегодня есть преуспевание любви. You know, today there's a success in love. Каждый думает everybody thinks о преуспевании денег. About their success and money. Когда я покаялся, when I came to God, я даже себя не любил. I didn't even love myself. А потом начал уважать других. And then I started to respect others. Потом начал город любить. Then I started to love the city. Знаете, так поднимается наша жизнь. You know, that's how our life rises. Потом ты свою страну любишь. Then you start to love your country. А потом ты любишь весь мир. And then you start to love the world. Есть люди, there are people, кроме себя никого не любят. Who don't love anybody else around themselves. У них нету преуспевания любви. They have no increase in their love. Потому что дети, because they're children, они всегда хотят, чтобы им кто-то дал. Children always want something from others. Они готовы дать кому-то. They're never ready
ready to give. Сегодня, дорогие, today, dear people, мы сидим здесь. We sit here. И наш старт должен быть сегодня, новый старт. New start has to be это today. Можно сказать, рестарт должен быть. You can say this is a restart. Рестарт нашей семейной положения. A restart in our family position. Прощать друг друга. To forgive one another. Забыть. To forgive. Это будет сила Божия. That's going to be a power of God. И просто стать взрослым. To become mature. И просто не напоминать. Not to remind one another. Знаете, самое большое младенчество в чем? You know the greatest childish thing? Я с одним детским психологом разговаривал. I talked to a child psychologist. Я говорю, как дети наказывают друг друга? I said, how do children punish one another? Они говорят, вообще они запоминают то, что сделал тот. And he said, they remember what somebody did to them. И нужный момент, говорит, а ты тоже делал тот. Забыл, что ли? Oh, did you not forget? You did that to me too. В семье часто тоже происходит. Oftentimes we do the same thing in family. Когда приходит такой нервный ситуация, when there's a stressful situation, кто-то из партнеров говорит, somebody says, а вот видишь, ты в прошлом году это сделал. See, you did that last year. И сейчас повторяешь. And now you're repeating it. А другой говорит, а я думал, ты забыл. Says, I thought you forgot. Но мы люди не забываем. We don't forget. Но хотя бы за Бога мы должны забывать. But at least for God's sake, forget. И делать новые решения. Let us make new decisions. С сегодняшнего дня. From today. У нас будет семья взрослых. We're gonna have a mature family. И наш план. And our plan. Поднимать наших детей. Is to lift up our children. И наших детей еще кое-что скажу. And I'll tell you a little bit about children. Знаете, семья и брак — это так долго можно говорить. You know, you could talk so long about family and marriage. И Саня говорит, наставь юношу при начале пути его. The scriptures say, train a child when he's young. Цель родителей. The goal of the parents. Знаете какой? Is, you know, найти дар своего ребенка. To find the gift of their child. Сегодня, today, знаете, весь мир заболел. The whole world is sick. Знаете, в чем болеет? You know what the sickness is? Этот мир болеет просто болезни, которые как называть сейчас по-русски? Сейчас скажу. Когда они не знают, кем станут и что будут делать. The world неопределенности, is, да. Is sick with indetermination. They don't know what they're going to be. Знаете, это болезнь неопределенности. It's a sickness of indetermination. Любого подростка спроси. You ask any teenager. Кем ты станешь? Who are you going to be? Он не знает. Oh, I don't know. Не определился в жизни. He's not determined in his life. Самые счастливые люди. The happiest people. Это определенные люди. Are those who are determined. Знаете, у меня есть определение. You know, I have a determined. I'm кто determined. Мой Бог? Who's my God? Если даже весь мир. If the whole world. Будет доказывать, что Бога нет. Will prove that God я уже определился. Exist, I've already determined. И не собираюсь больше читать ничего. And I don't plan to read anything else. Мой Бог Иисус Христос. My God is Jesus. Все, это меня устраивает. That's it. I'm satisfied. Я знаю, кто мой. Не, в первую очередь. That first of all. Я знаю, что я мужчина. I know that I'm a man. Я это определился, все это нормально. I'm determined that I'm a man. Сегодня. Today. В школах. The schools. Даже это определение крадут от детей. Are even stealing that determination from the children. Они хотя одно определение. Приходит в школу, что я мальчик или девочка. You come to school and they say, are you a boy or a girl? И говорит, а это еще неизвестно. And they say, oh, you don't know that yet. Ты должен обнаружить, кто ты такой. You have to discover who you are. Украли определение. They stole determination of the gender. Кем станешь? Who are you going to be? Никто не знает. Nobody knows. Где будешь жить? Where are you going to live? Да еще неизвестно. Oh, nobody knows. Знаете, я определился, you know, что I я мужчина, that I'm a man, кто мой Бог, who my God is, где моя церковь, where my church is, где моя страна, where's my country, и кто моя жена. And who's my все, wife. Я счастливый человек. I'm a happy man. Много чего не надо. You don't need a lot. Есть люди, there are some people, не определились, кто их не жена, they don't know who their wife is. Не определились, где они будут жить. They can't determine where they're слышу, live. О, классный город, ты будешь oh, здесь жить. Great city. Are you gonna live here? Еще не знаю. I don't know yet. Может, куда-нибудь в другое место поедем. Maybe I'll go somewhere else. А какой церковь ходишь? What church do you go to? Еще не знаю. Oh, I haven't determined yet. Не определился в церкви. They can't determine the church. А как насчет Бога? How about your God? Ну, ты знаешь, все доказывают свое. Everybody's preaching their own thing. Как узнать, все это правильно или нет? How do you know which one's right? Знаешь, полная неопределенность. You know, full indetermination. Когда из твоего дома when out of your house выйдут дети, come out children полностью определенные who are fully determined in God, в поле своем, fully determined in their gender, специальности determined свое, in their profession, ты узнаешь, ты свою работу сделал. You're gonna see that you did your job. Ты свою работу сделал. You did your job. Знаете, и мы должны определить наших детей. And we need to determine our children. Мы хотим, чтобы все стали известны. We want all them to become famous. Популярны. Popular. Но знаете, с детства you know, ты можешь уже знать, кем они станут. You can know who they're gonna be. Смотри, чем они любят заниматься. Look, what do they like to do? И на это и направь их. And emphasize that. Знаете, был такой художник, очень сильный художник. There's a strong painter. Кто-то из них был очень один из известных, просто забыл кто, чтобы не обманывать. Remember, so I don't want to make a wrong name. И его мама, когда приходил домой, when his mom came home, он рисовал на стене все. He would draw on the walls. И знаете, что говорил? You know what he'd say? Ой, как классно ты рисуешь. She'd say, man, you draw so nice. Она не ругала. She never yelled at him. И этот человек стал прекрасным художником. And that person became a famous painter. Говорит, давайте я бумагу там начну рисовать. Let me give you a paper, draw there. Ты можешь заметить своего ребенка. You can notice your child.
У нас один мальчик. We have one boy. Значит, всегда любил готовить. He always liked to cook. Мама говорит, ну ты ж, что ты делаешь? My mom would say, what are you doing? А мама мечтала, чтобы он стал юристом. Mom dreamed for him to be a lawyer. Знаете, сегодня известный повар намного лучше, чем юрист. You know, today a famous chef is a lot better than a lawyer. Гордон Рамзи весь мир знает. Everybody knows Gordon Ramsay. Потому что он повар, он своим призванием. He's a chef. He's in his calling. Но мало кто знает, кто наш президент сегодня. But nobody knows who our president is. Знаете, люди хотят вот куда. People want to go somewhere there. Но начало пути настав ребенка. But train the child in his young age. Начало пути его. Train his child in his young age. Это будет очень прекрасно. It's going to be wonderful. Знаете, я поехал однажды ремонтировать свою машину. I once went to repair my car. И это человек, который ремонтировал машину. And the person repairing the car. О, говорит, так грязно внизу. He said, oh, it's so dirty under here. О, ты где был? Where were you? Я рассказал. I told him. А что ты там делал? He said, what are you doing there? И буквально через 10 минут. And in 10 minutes. Он знал, кто я такой. He knew who I was. Где я работаю. He knew where I work. Что я делаю. What I did. Кто моя семья. Who's my family. Где моя церковь. Where's my church. Я смотрю, думаю, потенциальный следователь. I thought, and I said, man, he's a good investigator. Но просто никто не направил его. But nobody directed him there. А кто-то должен был поваром стать. But somebody had to become a chef. И лангетти сделать. And make a lasagna. Стал полицейским. And instead became a police officer. Стал следователем. Became an investigator. И поэтому те бьют людей. And that's why they're hitting people. Человек должен найти свое призвание. A person needs to find his calling. Человек должен найти свое призвание. A person needs to find his calling. Направьте ваших детей. Direct your children. Чтобы они правильно поняли. Let them understand. Не делайте, чтобы для ваших детей ваши мечты сделали. Don't make your kids fulfill your dreams. Найдите их призвание. Let them find their calling. И поднимайте их. And raise them up in that. Детство. Childish things просто уберите от них. Have to be put away. Пускай они созрослеют. Let them mature. А это приходит все с прощением. And that comes with forgiveness. И сегодня and today, мы будем прощать. We're gonna forgive. Если против кого-то что-то имеешь, if you have something against просто somebody, оставь. Just leave it. Просто оставь. Just leave it. И сегодня and today, изменится наша жизнь. That our life will be. Давайте станемся. Here. Can we stand up? И будем сейчас молиться. Can we pray? Нашему Господу. Просто возьми время. Take some time. И молись. And pray. Скажи, Господь, say, Lord, я прощаю. I forgive. Если вы рядом друг друга, if we're next to each other, и что-то обидели друг друга, and we hurt one another, но прощение спросите, что ask for forgiveness. Ничего не произойдет. Nothing will happen. Часто думают, что люди, которые прощение просят, so often people think that those who ask for forgiveness are weak people. Это сильные люди. No, those are the strong people. Сильные люди только могут прощение only просить. Strong people can ask for forgiveness. Слабые люди прощение не просят. Weak people никогда. Never ask for forgiveness. Это взрослые люди могут прощение mature просить. Mature people can ask for forgiveness. Дети не прощают. Children don't forgive. А мы взрослые прощаем. But we older people forgive. Один парень мне сказал, said to me, тебе если ударят одно, if somebody hits you, поставить другое, will you put the other cheek? Говорю, а что? I said, why? Проблема есть? Is there a problem? Он говорит, я никогда не поставлю. He said, no, I'll never put my other cheek. Я сказал, это детям не касается. I said, this doesn't deal with children. Это взрослым касается. This talks to adults. Говорит, а что, я ребенок, что ли? What, am I a child? Ну, говорю, представь себе, ребенок меня ударит. I said, well, can you imagine a child hits me? Я же не буду сказать, что ты меня ударил, я его ударю. What are you doing? Это смешно будет. That's gonna be funny. А взрослые люди не бьют друг друга. But adults don't hit one another. Они вообще не бьют друг друга. They don't hit one another. Они просто побеждают словом. They conquer with word. И законом. With law. Ну, не бьют друг друга. But they don't hit one another. Если ты бьешь кого-то, somebody, значит, ребенок живет внутри тебя. A child lives inside of you. Это написано для взрослых людей. That's written for the adults. Поэтому ты не понимаешь. That's why you don't understand. Чтобы понять это местописание, to understand the scripture, надо еще созрослеть. You have to grow. Это реально правильно. This is truly the truth. Это мы все хотим получить плоды взрослого человека. We all want to receive the fruits of a mature person. Но не хотим созрослеть. But we don't want to become mature. Однажды один мужчина подошел ко мне. Once a person came up to me. He was a secular man. И говорит. He said. В вашей Библии ведь написано. Your Bible says. Мужья повинуйтесь ваших жены повинуйтесь ваших мужей. Wives, obey your husbands. А почему моя жена не повинуется? Why does my wife not submit? Я говорю, а что ты говоришь ей? I said, what do you tell her? А я говорю, церковь не ходить. I tell her, don't go to church. Почему не повинуется? Why doesn't she obey? Я говорю, а ты можешь мне показать, где это местописание? I said, show me that scripture, please. И я тебе объясню. And I'll explain to you. Я не знаю, где. I don't know where it's written. Знаете, интересно, мирские люди два места знают. You know, it's interesting. Мирские мужчины. Secular men know two places. Удари я одно, поставь другое. On one cheek, place the other. Чтобы поспорить. To argue. Почти все знают это местописание. Almost every secular person knows. И другое, что жены должны подчиняться, повиноваться мужьям. And the second one is that wives have to obey their husbands. Что выгодно, то и берут они. What's beneficial to them, that's what they grasp. А ты знаешь, я могу показать. I said, you know, I can show you that. Но, к сожалению, это тебе не касается. It doesn't deal with you.
Он говорит, почему? I said, why? Ты хочешь сказать, я не мужчина? You say, I'm not a man? Не, я говорю, там написано про мужчин, у чьей голова Иисус Христос. I said, no, it's talking about men whose head is Jesus Christ. А если твоя голова казино, and if your head is a casino, или что-то другое, or something else, нечем тебе подчиняться. There's no reason to obey you. Твоя жена идет в правильное место. Your wife's going to the right place. Он так разозлился. He got so mad. Я говорю, это не я. I said, that's not me. Ты сам начал. You started it. Ты сказал, вот ваше слово говорит. You said, this is what your word says. И открыл. I opened it. Ему начал показывать. Has shown it to him. Я говорю, хочешь эту позицию? I said, you want this position? Если хочешь эту позицию, you want that position? В первую очередь тебе надо, чтобы твоя голова стала Иисус Христос. The first thing you need to do is make your head Jesus Christ. И ты созрел до этого возраста, and you have to mature, чтобы жена тебе подчинялась. And your wife will obey you. А дальше нечего разговаривать. And then you have nothing else to say. Поэтому, дорогие, so dear people, будьте как, чтобы наша голова была Иисус Христос. Let our heads be Jesus Christ. И мы были как Иисус Христос. And let us be like Jesus. Как тело Иисуса Христа. Like the body of Christ. Будем сейчас молиться. Let us pray. Чтобы оставлять младенчество. To leave the childish things. И просто стать взрослым. And to mature. Бог любит взрослые взаимоотношения. God loves mature relationships. И когда будем взрослыми, and when we're mature, дары Духа Святого придут на нас. The gifts of the Spirit will come upon us. Бог не даст дары детям. God will not give gifts to children. Только любит рекламировать. For that just like to advertise. Бог наполнит своими дарами. God will fill with his gifts. Взрослых людей. The mature people. И если ты своих детей делаешь взрослыми, and if you make your children mature, 11 лет они будут больных исцелять. At 11 years they will heal the sick. Они будут проповедовать бесов изгонять. At 11 years old they will cast out demons. Господь наполнит этим God дарами. Will fill them with these gifts. Поверьте мне, я в духе чувствую в вашем церкви. I feel this in the spirit in у your вас church. Церкви in your church, поднимутся подростки. The teens will rise 12-13 лет. 12-13 years old. Они будут проповедовать. They will preach. Просто все будут слышать. People will hear они them. Будут бесов изгонять. They will cast out demons. Но это миссия у вас. But you have that mission. Вы должны привести эту миссию. You need to bring that mission here. Есть такое пророчество. There's this prophecy. Вот висит. Here it is. И ваши дети могут стать этими людьми. And your children can become these people. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Отец, во имя Иисуса. Father, in the name молюсь of Jesus. За эту церковь, Господь. I pray for this church. Мы оставляем младенчество. We leave the childish things. И служим Тебе, Отец. And we serve You, Lord. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Пожалуйста, Господь. Please, Lord. Прости нас. Forgive us. Если друг друга плохо относились. If we dealt with each other wrongly. И подними нас, Господь, во имя Иисуса. Lift us up, Lord, in the name of Jesus. Дай нам мудрости, Господь. Give us wisdom, Lord. Как воспитать наших детей. How to raise our children. Как исполнить эту миссию, Господь. How to fulfill this mission, Lord. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Слава Тебе, Иисус. All glory to You, Jesus. Слава Тебе, Иисус. All glory to You, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Слава Господу. Glory to God. Будьте благословлены, дорогие. Be blessed, dear friends. Никогда. Never. Не будьте младенцами. Never be children. Будьте взрослыми. Be mature. Hallelujah. Hallelujah. Простите и любите. Forgive and love. Amen. Hallelujah. Hallelujah.